Всем привет! Сегодня я показываю, как убрать царапины на 5-м айфоне. Нам понадобится надфиль и, в принципе, больше ничего. Можно будет потом шкурочки их подобрать. Для начала сравняем заусенцы. Просто равняем заусенец, он немножко будет беленький, побелеет айфончик. Для этого я использую обычный алмазный надфиль. Вот эти замины все убираются, в принципе. Смотрите, вот здесь вот. Давайте покрупнее можно показать. Айфон просто упал на асфальт. Стекло не раскололось, потому что оно сделано из очень-очень хорошего сплава. Здесь вот небольшой замин, но его мы трогать пока не будем. Так, пальцем еще чувствуется, что что-то есть. Поэтому продолжаем дальше. Чтобы вернуть товарный вид, потом можно будет либо красочкой сбрызнуть. Но сейчас мы это все делаем на скорую руку. Поэтому возьмем фломастер. Фломастер лучше взять покачественней. Например, сейчас возьмем Шарпи. От Шарпи и попробуем вот это все закрасить. Так. Потом просохнет одну минутку. И, в принципе, трубка будет как новая. Вот и все. Все, iPhone как новый. Особенно с этого края, он был просто ужасен. Теперь, ну, в принципе, вот, вы видите, уже пальцем. Так вот могу потереть, и ничего не стирается. Вот и все. Все очень просто. Алмазный надфиль, плюс хороший перманентный маркер. И... iPhone как новенький. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.